Тренер футбольной команды дает последнее наставление. У воспитанников спортшколы «Олимп» очень важный матч. Начался второй круг первенства Московской области. Пока в этом турнире команда лидирует. Из 11 игр 10 побед и 1 ничья. Но сегодняшний матч с коломенскими футболистами важен не только будущим результатом, а тем, что ребята захотели посвятить эту игру своему другу. Мы должны выиграть. Сегодня у нас наш одноклубник болеет, и мы в честь него посвящаем эту игру. Неутешительный диагноз был поставлен их другу, 16-летнему Илье Чеснокову. Больше 2 лет он с ребятами играл в одной команде. На поле выступал в роли центрального полузащитника и мечтал стать знаменитым футболистом. Однако коварное заболевание внесло коррективы в планы на будущее. Начал слепнуть на один глаз, 80% зрения упало, повезли в больницу, и там выявили онкологическое заболевание дыхательных путей. А так, как доктора сказали, уже на протяжении 6-7 месяцев болезнь развивается. До этого никто не знал. Известие о болезни Ильи застигло футболистов в начале августа на летних сборах. И первый же матч они решили сыграть в честь своего друга. Ну, ребята сами подошли ко мне, когда узнали, что такое горе случилось, и захотели подбодрить своего одноклубника. Ребята подготовили футболки, в которых вышли на предматчевое построение. На спине у каждого была написана фамилия заболевшего товарища и его игровой номер 15. А впереди тоже надпись, и на ней можно было прочитать: «Илья, мы с тобой». Он наш друг, наш одноклубник, в нашей семье был. У нас команда, как одна семья. Ну и вот так. Я надеюсь, что он выздоровеет и придет еще раз. Ну, к нам в команду. Жалко, что такая случилась, но его вылечит, я уверен. Так что, мы все как можем помогаем. Для Илюш все сделаем. Футболисты не только решили поддержать одноклубника морально, но и собрали ему денежные средства. Сейчас они ему очень необходимы. Уже проведена первая операция, а еще предстоит дальнейшее лечение. Ребята сделали сейчас такую вещь, что будет открыт счет для того, чтобы помочь этому воспитаннику нашему. Я думаю, что каждый желающий, он поймет, что это делается для во блага и для него. Пожалуйста, помогите, если это возможно. Каждый из нас, кто хочет помочь молодому человеку, может напрямую через карту Сбербанка пожертвовать любую сумму. Этот счет принадлежит самому Илье. Номер карты вы сейчас можете увидеть на экране. Болезнь тяжелая, но она лечится, слава богу, в наше время. Илья, быстрее поправляйся, мы тебя ждем, ценим и любим. Елена Бабина, Михаил Решетов, Елена Кошелева, Видное ТВ.